День молодежи в Заречном открыли самые маленькие жители. Чемпионат по ползанию младенцев был первым в списке праздничных мероприятий. На дистанцию вышли 14 малышей в возрасте от 7 до 12 месяцев. Темп всем соревнованиям задал первый участник – 10-месячный Антон Самаркин. Лучший результат определялся не только по времени прохождения дистанции малышом. Родители тоже вносили свой вклад в победу. Сначала мама, а потом и папа приседали ровно столько, сколько секунд ребенок добирался до финиша. Семья Самаркиных соревновалась в чемпионате впервые. Их результат не первый, но, как говорят сами участники, победа здесь не главное. Это вообще классно. У нас у мамы много детей, ну, четверо, и как-то времени на активный отдых не хватало, так что вот я говорю, на своем ребенке мы точно оторвемся везде его с собой и по отдыхам, и по всяким организациям таким. Все участники чемпионата получили призы, но на этом подарки не закончились. Для всех семей был организован праздник «Бэби-бум». На спортивной площадке «Фока» развлечения на любой вкус. Батуты, читальный зал, выставка продажи слингов и аксессуаров ручной работы, художественная мастерская, настольные игры и зажигательные клоуны, которые не давали скучать никому. Маленькие зареченцы под их руководством делали зарядку, участвовали в конкурсах, получали призы и, конечно же, пели и танцевали. Елена Степкина, Сергей Прусский, телерадиокомпания «Заречный».